может завоевать золотую медаль. Последнее слово, конечно, останется за Димой Турьевой, но еще нужно будет поднять Диме этот вес. Нет, не получилось у Карины Горичевой поднять 111, тем самым она остается лишь на четвертом месте по итогам рывка. А Тиму Туриеву уже можно поздравить с малой золотой медалью в рывке. Есть у нее еще одна попытка. И теперь основная задача — отрываться от второго места. Пока на втором месте идет у нас спортсменка